друзья, с вами снова я, Вики Туб. Сегодня я вам хотела рассказать про чехлы, которые у меня есть. Ну, давайте начнем, я думаю, с чехлов для Samsung Galaxy S2 Plus. Так что запутано. Вот такой чехол, он очень классный, такой тверденький. Внутри ничего, что царапает, нет, только тут чуть-чуть откалывается уже. Ну, очень классный с мини. Такой классный, ребят, достаточно чехол. Следующий. Вот такой чехол, он розово-прозрачный такой. Тоже классный очень. Дальше чехол. Вот такой вот, он самый обычный, подойдет на другие телефоны, я думаю. Такой вот. Angry Birds. Вот такой чехол, Ozaki. Вот такой. Ну, блин, ребят, чем он плох? Тем, что когда вы хотите вынуть его, у вас рано или поздно отогнется вот эта вот штучка. И это очень плохо. То есть у вас телефон будет... Я же не могу вам показать, как так я на него снимаю. То есть вот так вот всегда у вас будет. Ну, он не будет просто держать. Просто если вы вот так прокиньте, эти его, естественно, три не удержат. И вот это. И он выпадет. Так что, ребят, если уж вы купили, не вынимайте. Или просто не покупайте такие чехлы. Так как рано или поздно все равно любой чехол, не Ozaki, не обязательно. Вас... умрет, так сказать. Да, то есть, будете беречь и купите, то ваше дело. То есть, да, не сломается, не будете обижены. Вот такой чехол, он самый обычный, заказывался он в Oriflame. Вот, тут просто вставляет телефон, я не знаю. Под мой телефон он подходит, я не знаю, под какие не подойдет, под какие подойдет. Ну, подойдет под ноги, потому что вот он такой вот, самый обычный, да, и в то же время под все телефоны подойдет. Мягкий такой, классный тоже. С девушкой с такой красивой. Так, осталось три чехла на мой iPhone. Вот такой чехол. Покупался он в Ашане. Но тут написан сайт такой из Ростова-на-Дону. www.oxyfashion.com. Ссылочка будет, может, в описании. Может, ребят, не обещаю. Вот такой, вы его уже видели. Вот такой. Заказывался он в группе ВКонтакте Yes Case, ссылочка тоже, возможно, будет, да, вот такой вот, классный тоже такой, M&M's, и вот такой, сейчас в нем мой iPhone находится, он тоже покупался в OxyFashion, ну, в Ашане, точнее, вот такой вот, с мишкой, прикольный, только вот тут он не защищен, то есть классный, да, такой матовый, мягкий. Так, ребят, как же я захотела снимать эти видео, ну, то есть даже не как же, что за... Ричард. То есть, ну, не догадалась, да, просто вот я сама люблю такие всякие видео с чехлами, где рассуждают, какой лучше, какой хуже, минусы, плюсы, то есть, да. Ребят, я постараюсь на каждый из чехлов сделать обзор, то есть, да, как он сидит, снимается, не снимается, ломается, не ломается. Вот, то есть, плюсы, минусы, да, все ли кнопки совпадают. Опять же, людям присылают, бывают такие чехлы, которые, или они покупают, на 1 сантиметр и все, отваливается, разваливается, все, деньги на ветер. То есть, да, лучше, конечно, заказывать в этой группе, так чехлы там просто божественные, очень клевые. Вот, мне не заплатили денег за рекламу, я просто сама говорю, то есть, да, как вот есть. И вот эти два чехла тоже были заказаны в OxyFashion, то есть клево. Ребят, сейчас я не знаю, я что-то не могу найти свой iPad, он у меня на кухне. Ну, просто у меня телефон такой, что если он вырубается, то все, видео больше не включается. На него я тоже сделаю обзор, но кто смотрел по ссылку, там про этот чехол я рассказываю, и на него тоже будет обзор, да, личный такой. Ладно, ребят, всем пока, с вами была я, Вика. Ставьте пальчик вверх и пишите положительные комментарии. Пока-пока!